Привет всем! Прогулка по Нерюнгри. Сегодня у нас опять была жара. Это памятник, посвящена шахтерам. Шахтер держит на руках ребенка в каске шахтера. Здесь площадь напротив. Прогуляемся немножко. Весь день была жара, как на юге. И сейчас прямо такой теплый воздух, как на юге вечером и ночью. Там духота тоже. Памятник горнякам. Сзади находится ДК Пушкина. Здесь парк. Люди гуляют, отдыхают. Фонари зажгли. Время у нас 10 час. Такая подсветка. Дружбы народов. Улица. Улица. Ох, как машина гудит. Улица Ленина. На площади стою. А вот это самый длинный дом. И туда, и туда. Так называемая Китайская стена. Площадь, памятник Ленина, как и во всех городах. Перекресток улицы Карла Маркса, Ленина. Торгово-развлекательный центр «Планета». Вон какое большое табло там светится. Рекламы всякие. Здесь, вот за деревьями, за этими, почта. Дальше Ростелеком. Дальше Якутуголь. Сколько у нас деревьев. Сюда идем. Ну и дальше пошла туда Карла Маркса. Туда дальше. Туда рынок, поликлиника для взрослых. Вот он, длинный дом Ленина 6. Сколько у него подъездов? Забыла, выскочила с головы. Торговый центр Айгуль. Вот здесь почта. Вот двориками почти добралась до дома. Двориками, двориками. Вон церковь вдалеке. Дворики Нерюнгри. Может, у кого-то будет ностальгия по северу. Ну, пока-пока. Спасибо вам за просмотр.